Ну вот, друзья, мы сегодня проходим магнитный резонанс. Это я скрепки снимаю. Ну, конечно, мама проходит, моя теща. Я скрепки снимаю просто. Ну да, это скрепочки она снимает. Это я могу сумку положу тебе с собой. Потом я тебе дам. Это сегодня у нас четверг. Я тебе в карман положу, да? Сюда. 6 июня. Да, 6. Очень рано, мне кажется, приехали. Ну ничего, зато раньше все пройдем. Да. Видишь, народу нету. Это мы на Гайлерзес, онкологическом центре, друзья. Вот ждем теперь, когда нас вызовут. Заплатили сколько? 35 евро, да? 35 евро заплатили, сейчас ждем. Ну вот, мы вышли, как раз она прошла, этот магнитный резонанс. И идем к машине. Потихонечку. Ну, дождик кончился. Вроде тепло, да? Да, тепло. Ну, такой дождик лил, мы ехали сюда, в Ригу. Прям ливень. Как ты себя чувствуешь? Нормально? Сейчас? Единственное, что проходило там, магнитный резонанс тебе было не очень, да? Очень трудно. Ну, трудно, конечно, да, это все понятно, да. Полчаса лежать. 35 минут надо лежать. 35 минут она лежала, да. Ну-ка, скажи на камеру, что больше ни на кое не пойду. Не пойдешь, да? Нет. Испугалась ты, да? Так, еле выдержала, да? Так, шум, конечно. Я думала, умру, так и ладно. Она думала, говорит, вы когда ее положили там, говорит, умру, да и так и ладно. Ну, ты так не говори, не надо. Надо пожить еще. Ну все, идем к машине мы, друзья. Да ничего, все проходят. Посмотри, какая очередь была. Ну, да, компьютерная томография была, да. А сейчас магнитная она этот проходила. 45 минут бесплатно, а потом... Вот улица Хиппократу. И вот здесь опять мы на стояночке стали. Это мы уже третий раз. В прошлый месяц мы два раза приезжали. И вот в этом месяце... Сегодня и еще один раз поедем. Ну, второй раз в этом месяце мы уже поедем просто с Наташей. Нам дадут заключение. Что будет дальше с мамой? Вот мы сейчас маму оставили. Окошко открыли там. А там пойдем мы, сходим в этот, где базарчик, фрукты и овощи. Сходим вот здесь вот на площадочку эту. А вот здесь тоже перекусы все вот покупают, всякие винегреты. Да, ну, салаты, да, салатики, да. Что-то там еще есть. Вот этот ларечек такой на колесах. Здесь по пешеходному переходу пройдем. Погуляйте с нами немножко. Ой, как и солнышко выглядывает. Посмотрите, Наташа. Да, разгуливается погодка. Ну, июль месяц, я думаю, ну сколько же можно? Красиво. Раньше так не было, когда сколько лет назад, 40 лет назад было. Название это, да? Ну да, не было. Ну да.
А в прошлый раз мы вон туда заходили, да. А этот раз вот именно вот в этом месте. Вот, в прошлый раз мы здесь клубнику покупали. А сейчас посмотрим, что здесь есть. Наверное, узнали, да? Узнали. Уже третий раз подходим. Черешня. Ну вот посмотрите, пожалуйста. Вот сливы 3,50. По 3,50 есть. Персики 3. Ну там полкилограмма. Редисочка. Пучок вот 1 евро. Пучок вот такой вот. Хороший пучок. Вишни 3,50. Помидорки 3. 7 евро чеснок, да? 7 евро, да? Так, вот такие помидорки, смотрите, 4, потом 2,80, 2,20, абрикосы 4,50. О, ягоды пошли, в прошлый раз не было. Пожалуйста, смотрите. Крыжовник 3. Черника это садовая, 4,50. Красная смородина 3,50. Малина 5. Вот эта черная смородина, пожалуйста, крупная какая. 3. Малина 3. Вот 7,50 это уже земли. Ну, клубничка, ну, будем называть, клубника. А есть 5? А это чья? Латвийская тоже. Тоже латвийская? Да. И это латвийская, да? 7,50. А вот такая смородина тоже 5 евро. Черешня, пожалуйста. Это черешня 3,50, это вишня 4,50, это вот 6, это вот 8. Бобы пошли, не было в прошлый раз, 3,50, горох 7 евро, огурчики 2,20, картошечка евро 50. Ну, надеюсь, я вам все... А как вот это называется, а? Горох. Нет, это не горох. Нет, это не горох. А. Фасоль это, да, получается? Ну, вот такие цены я вам показал, друзья. Именно вот здесь, вот смотрите. Прям рядышком. Вот что мы в прошлый раз вот сюда ходили, что здесь. И я вот все время сюда захожу.